Сегодня максимально расслабонческий у нас контент. Начинается он с того, что мы сегодня купаемся в бассейне. Жара 38 градусов. Алтай просто удивляет. Давай, красавчик! Сейчас еще покажу одну штуку. Вам, думаю, будет интересно. Новое ноу-хау. Это вот такая лестница откидная, для того, чтобы можно было из воды и в воду. Здесь осталось наварить еще профилину держащую. Вот так она будет фиксироваться, и все. Вот так находиться. Пока еще не прикручена доска. Скоро будет все хорошо. Фиксируем все УСПшки, и сегодня вы увидите кают-компанию. В этом видосе вы еще и увидите плот на воде. Возьмем одну секцию, отвезем ее на речку и протестим ее плавучесть. На полу по два болта делать здесь или по одному? Не, по два. Вон там, смотри, один сделали, и у нас это повело ее. Вот. Один сделали, а здесь повело, подняло ее. Ну, просто крутить до хрена придется. А, так это у нас то, что скручивать придется? Да, да, да. Не, делай по одному, конечно. Я вот тоже думал. Это съемная доска, по одному, поэтому. Что по бырам, раз, раз. Да, 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 да. По центру, например. Или сюда, туда, сюда, туда. Сегодня мы занимаемся противороевыми работами для того, чтобы пчелки, увидев вот это летнее, вкусное, цветущее многообразие красок, просто не решили свалить из нашей замечательной пасеки. Смотрите, какой расплод. Называется подсолнух. Сеет вообще шикарно. Вот так должна сеять мощная, хорошая семья. Эти пчелы принесут очень много вкусного меда. И я смотрю, что пчелка уже начала думать о полете дальше. И я сейчас строю вот такие небоскребы. Чередую просто сушь и чередую вощину. Сушь, вощина. И у пчелы пропадает любое желание улететь в другие места. А делается это все только потому, что в этом году я весной не стал продавать пакеты, а решил в этом году взять больше меда для вас, дорогие зрители. Поэтому акация есть, дягель будет в середине июля, в конце июля. Разнотравье тоже будет в конце июля, а василек в августе. Но вы уже можете... пчелки. Вы уже можете делать предзаказы на сайт jarkovsky-med.rf. Ну а сейчас я вам покажу пару кадров наших красивых мест с коптера. И, кстати, в ближайшие несколько дней мы с вами еще в тайгу смотаемся. Я там еще вам поснимаю цветущую акацию. Друзья мои, в общем, мы приняли решение, правильное, наверное, сегодняшний момент. Мы сейчас разбираем полностью секции, одну секцию, и везем ее на местную речку. Для того, чтобы просто у нас не было волнения за то, что эта лодка не утонет. Малой кровью отделяем первую часть, она очень легко отстегивается. Грузим ее вот на тот огромный прицеп и на нем везем. Не знаю, как все это получится. Смотрите, даже без любых подпорок у нас кровля отлично держится. Супер! И в свою очередь хочу сказать, что сегодня вы все это увидите еще на облете коптера, поэтому будет прикольно. Don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an X-ray. What's wrong with me? I just feel weight. Снимаем секцию, уносим ее на прицеп. Я не представляю, как мы повезем на прицепе длиной 1,70 м, повезем 4 метра. Ну да, она тяжелая. Она тяжелая, пацаны. Она 200 килограмм весит. Ну это 1,5 тонны. Вот вся конструкция 1,5 тонны по расчетам. Ты сам понимаешь, каждый сейчас может поднять килограмм, ну 60-70. А дальше все. Так, давайте я машину подгоню, прицеп поставлю. Мы переворачиваем, на прицеп кладем. Парни, давайте как минимум понимать, что мы это просто в реку не спустим. В смысле не спустим? Спустите, спустите. Вот так, что Алтай подняли. Алтай, мы спустим его. Ребят, я советую нажать на паузу и сказать, что утонет ли эта штука или нет. Я как конструктор официально заявляю,
она утонет. Первый раз мы на прицепе везем 4-метровую конструкцию. Этот прицеп вот так, уже все видел. Вот так и будешь ездить потом. Мы даже не сделали разведку, куда ехать. Сейчас поедем. Где я на своей поеду. Глубина-то где? Подъедешь? Не Опять же, на пляж сейчас приедем, там народ. Мы вот это все будем просто тарахтеть там. Все помогут. Ты что, когда они увидят такую штуку с бочками? Вань, чё? Ощущения. Чего? Сколько килограмм одна секция? Ну, 350-400. Нам уже вот там маячит, куда чалить. Он вон показывает. Так вон маячит туда. Сюда? Прицепом давай в это отверстие. А, в отверстие? Да. Хорошо. Сейчас к тому дереву привязываемся. И вот тут глубоко. Ну как глубоко? Где-то меньше, чем по пояс. Неси! Пойдем! Лампки! Кого покатать? Слушай, нифига она держит, смотри! Кого она держит? А, она на земле! Готов? Сколько веса посчитали? 800 где-то получается. Блин, это крутая, крутая пушка. Хватит. Конструктор был прав. Вы смотрите канал? Да. Короче, у меня получается сегодня с подписчиками встреча. Там не будет уже, ты ее не сможешь уже так разбол. Ну что, Жень, тебя к берегу поди, подогнать. Да зачем вы купали? Давай вытаскивай. Хорошо вообще. Стоп! Вы сверху-то снимите бочку. Она не снимает. А, все понятно. Я хочу официальное заявление. Мне очень понравилось, как эта штука работает. Нам осталось помешать краску. И сейчас будем красить палубу и все остальное. И у меня есть вот такое волшебное средство, друзья. Называется миксер строительный. Я его еще не пробовал. 1600 ватт. Такая голова. Хорошо будет смягчить. Краска быстро размешается.
приступаем к миксированию. Можно медленно, можно быстро. Прикольно. Это крепление для держателя спиннинга. Так будет фиксироваться два кольца. Это все к стенке. Только, наверное, я их снизу буду фиксировать. Вот так, так интересней. А вот здесь, под низ, будет фиксироваться вот так труба. Вот так. И самое, что прикольное, когда зарезали проем под спиннинговую катушку, полежав на солнышке, эта штука приняла вот такую форму. То есть, соответственно, это еще и будет фиксатором для спиннинга. То есть, когда опустил, вот эти щечки, они как бы схватили катушку, и она держит спиннинг ровно. То есть, вытаскивать придется небольшим усилием. Поэтому можно даже будет рыбачить троллем. Забросить спиннинг, поставить на корму, и пусть она потихонечку это тянется. Да? Можно же так? Наверное. Ну, так бы круто, но мы не сможем на угол. Это надо как-то сверлить угловые. Мне кажется, просто ровно делаем, и все. Пять минут назад разбирали первую секцию для того, чтобы свозить ее на речку и протестировать на устойчивость, остойчивость и на другие остальные морские термины. Сейчас мы вроде как доварили конструкцию более-менее и хотим с ребятами, в общем, разобрать ее полностью, вообще полностью под ноль, проварить все, что очень сложно варится наверху, покрасить в разные красивые цвета и, ну, наверное, ну, вы это увидите, конечно, сегодня, да, вы это все увидите. Но на этом, наверное, наша сборка уже точно подходит к концу. Блин, на улице 37, по-моему, да? Вообще юг. Вот в теньке еще хоть как-то можно немножко спастись от жары. Так, ну, в общем, разбираем, красим и готовим это все к поездке. Фаридыч в трусах. Сейчас все на работе увидят. Нет, ты это не снимай. Не надо снимать? Нет, конечно. 700 рублей. Я так и думал. Ну, ты как думаешь? Вы же хотите все по правде, да, чтобы было вот как на самом деле есть. Вот я честный блогер, я буду все показывать полностью. Так, ребят, ну мы разобрали. Вся территория завалена фрагментами. Спину, конечно, пришлось потягать. Но узнали по ценам, что стоит ручка. В принципе, наверное, будем ручку все-таки заказывать. И ручкой вести, и ручкой разбирать. Будет все легко и просто. Ну, не легко и просто, но будет нормально. Тем более на 6 мужиков. Короче, решим. Так, тестируем. Давай сразу накинем. Сейчас надо будет туда этот прикрутить. Да, давай сразу накинем. Сейчас просто накинуть хотя бы это, примерить. Ну вот румпель, да, смотри, как я и говорил. О, высоковат румпель, надо будет это. Его можно вот так. Короче, вот здесь фанеру сейчас делаем, тут фанеру делаем, прям толстую такую, хорошую. Угу, хорошо. Ну пока давай крутанем, ну. Жень, смотри! Вот это пушка будет, да? Так, Рустам у нас занимается покраской кровельной части. Он прям взял на себя ответственность сделать это красиво. И вот даже использует, смотрите, шпатель, чтобы не замарать ОСП-шку снутри. Ну, молодец. Я сейчас покрашу палубу. И все, и собираем в пачку, и надо уже отвозить на место старта. Thank you.
Нет, цвет мне очень нравится, определенно. Это мы в бело-розовый цвет добавили желтый колер и все это забутили черным. Получился фисташковый. Если меня видят мои преподаватели по худграфу, конечно, они сейчас будут в шоке, что такие цвета могут получиться. Это у нас крепление под опоры. Веревки уже взяли для этого всего дела. Короче, в следующем видосе, друзья, где мы уже будем собирать плот, вы увидите его в боевом раскрасе, в красивом виде и на воде. Я думаю, понравится. В свою очередь обещаю вам пролеты коптером, обещаю вкусные видосы про приготовление разной пищи. В общем, оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал, на каналы. Я очень советую вам подписаться на Дзен. Я даже, знаете, что начал делать? Я выкладываю на Дзен на пару дней раньше, чем на YouTube, чтобы было вам интересней. Поэтому, кто хочет быть прям в курсе событий, на Дзен подпишитесь. С YouTube, видимо, потихоньку будем уходить. Не знаю, что-то там все плохо. Ну, все, друзья, рад был вас видеть. До скорых встреч, пока.